Люди обращаются, проблемы устраняются. В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» жители одного из домов на улице Чкалова попросили привести в порядок детскую площадку, а именно отремонтировать качели. Оставили обращение на интернет-портале проекта. Качель сделали через неделю. Благоустроили и другие объекты. В этом дворе находится детская площадка, которая обслуживает несколько домов. Сюда ходит очень много детишек с родителями. Обратилась одна из жителей с проблемой сломанных качелей. И для того, чтобы сделать детям радость, я приняла решение не менять, то есть не ремонтировать качель, а совершенно два новых подвеса повесить. И теперь дети ходят на площадку счастливы, радостно всем. За 2 месяца работы на интернет-портале «Решаем вместе» зарегистрировалось около 1000 человек. Оставлено более 700 сообщений. Большинство проблем уже решены. Появились и новые тематики для сообщений. Теперь можно жаловаться на неочищенные от сосулек крыши и дворы от снега, а также на открытые колодцы. Ведь все это – безопасность жителей. На этой неделе к порталу присоединился Рыбинск. К середине следующего года свои проблемы в сети смогут решать все жители региона. Конечно же, мы будем расширять рубрики, потому что понятно, что востребованность растет, и есть такие проблемы, которые предлагают сами жители, и они будут рассмотрены правительством, рассмотрены департаментом информации и связи, и, безусловно, будут внедряться и расширяться все рубрики, те, которые будут востребованы.